Привет! С вами Наталья Мапола. И сегодня мы с вами будем плести вот такое шикарное, стильное, лаконичное колье в черно-белой гамме цветовой. Данное колье я назвала «Добро и зло». В интернете оно носит другое название. Вот, если вам нравится создание такого украшения, идея создания такого украшения, оставайтесь вместе со мной, я покажу как. Итак, по материалам. Нам понадобится две ниточки двух цветов, черная и белая. Белая у меня такая, Титан 100. Черная, не знаю какой фирмы, какой марки, но очень прочная, типа Титана 100. Что-то наподобие. То есть два цвета нити. Далее зажигалка и бисер двух цветов. Черный и белый, номером 10 оба. Номером 10. Сколько грамм пойдет, позже скажу, когда сплетем. Но где-то, вот видите, по целой пачке, наверное, по полпачки пойдет. Примерно, плюс-минус. Ну и, конечно же, понадобятся нам ножнички, бисерная иголка и два соединительных колечка двойных. И два соединительных колечка одинарных, а также застежка, какая у вас имеется в наличии, какая вам больше нравится. Итак, материалов нужно, как вы заметили, минимум. Ну и прихватите, конечно, с собой хорошее настроение. И мы приступаем. Итак, задеваем в иголочку нить черного цвета, поскольку мы будем начинать плести черным цветом, черным бисером, и приступаем к плетению. Я надену белую контрастную бисеринку стопорную и оставляю хвостик для пришивания застежки сантиметров 20 и завязываю один узелочек, чтобы потом легче просто было эту бисеринку убрать, и этой ниточкой пришьем застежку. Итак, на иглу набираем 22 бисеринки черного цвета. Итак, набрали 22 бисеринки черного цвета. И далее пропускаю первую бисеринку, прохожу в 3 нижние бусинки снизу вверх, затягиваем ниточку, далее набираю 5 бисеринок, и отступаю 5. Шестую я прохожу иголочкой снизу вверх. Вот так. Снова набираю 5. Снова отступаю. Раз, два, три, четыре, пять. Шестую прохожу. Оттягиваю. И последний раз мы набираем 5. Раз, два, три, четыре, пять. В шестую прохожу. Вот наш первый ряд. Проплели. Далее снова набираю 5 бисеринок. И прохожу в центральную с предыдущей петли. Центральную с 5. Вот так. Снова набираю 5. И в следующую петлю прохожу в центральную бусинку из 5.
Затягиваем потуже. Снова набираем 5. Снова действие повторяю, прохожу в центральную бусинку из 5. И еще раз набираю 5. И прохожу вот в эту, которую мы оставляли. В уголочек. И далее здесь нам нужно пройти будет 3 бусинки без бисера снизу вверх. Вот выходит ниточка из вот этой бусинки, самой крайней. Мы ее не трогаем. И иголочку прогоняем через 3. И далее у нас идет наш первый цветочек. Для этого мы набираем 2 бусинки основы, то есть черного цвета. И 4 бисеринки набираем цвета цветочка. Спускаем ближе к нашему основному плетению. И чтобы сделать цветочек, я прохожу в первую набранную из 4 белую. Вот цветочек готов. Теперь набираю 2 черные. Для того, чтобы этот цветочек прикрепить, я прохожу в следующую петлю. Центральную. Вот 2 набрала. Центральную прохожу. Таким образом цветочек становится на свое место. Действия далее будут наши повторяться. Я набираю 2 черного цвета. Далее набираю 4 белые для цветочка. Спускаемся к плетению. Проходим первую из 4 набранных. То есть всего у нас в одном фрагменте на начальном этапе будет по 3 цветочка на данном сегменте. Снова набираю 2 черного цвета и прохожу в центральную из 5. Затягиваю. Вот второй цветочек на месте. И еще раз 2 черные. 4 белые. Прохожу снизу вверх белую первую. Снова набираю 2 черные. И здесь же тоже у нас вот 5. В среднюю прохожу из 5. Вот так. Затягиваю. Вот у нас первый сегмент готов. Здесь цветочки не делаются, это край. Здесь будет крепиться застежка наша, поэтому цветочки вот первый раз мы сделали именно здесь. Далее набираем по 5 бисеринок черного цвета. Набрали 5 и будем проходить по крайним лепесткам белых цветочков. Вот так. Раз. То есть мы плетем вниз, шагаем. Снова набираю 5. И снова я шагаю в лепесточек белого цветочка, в бусинку. Снова набираю 5. И снова. Вот мы внизу. Здесь мы набираем 6 черных бисеринок. Далее я отступаю одну нижнюю и прохожу иглой через 3 снизу вверх. Без бисера, просто ниточкой. Далее набираю 5. Прохожу в центральную
из 5. Снова набираем 5. И проходим в центральную из 5. Снова набираем 5. И затягиваем. Далее спускаемся вниз. Точно так же по 5 бусинок. И в центральную ныряем. Затянули. И игла проходит вот в этот вот крайний, в крайнюю бусинку самую. Далее без бисера нить выходит вот из этой бусинки. Без бисера прохожу в 3. Снизу вверх, вот так. И плетем 3 цветочка. Набираем 2 бусинки основы и 4 белого бисера. Далее прохожу иголочкой в первую белую из 4. Далее набираю снова 2 черные и прохожу в центральную. Таким способом мы крепим цветочек к нашей ячейке предыдущего ряда. Вот так. И далее действия будут повторяться. Снова набираю 2, 4 белые. Делаем цветочек, набираем 2, крепим цветочек к предыдущей ячейке. Снова набираю 2, набираю 4 белые. Делаем цветочек, проходя через первую. Набираю 2 черные. Креплю цветочек к предыдущей петле через центральную. 2 набрала. В центральную прошли. И далее действия абсолютно будут повторяться. Мы будем плести, нам нужно проплести таких сегментов 15. То есть, считая вот с этого первого, неполного, без цветочка он у нас, вот таких вот элементов нам нужно проплести 15 штук. Итак, мы проплели с вами 15 вот таких вот треугольничков, 15 фрагментов, без прибавлений. И дальше мы будем прибавлять. На расширение делать нашу сеточку, наше колье. И мы делаем следующее. Вниз мы плетем, как обычно. Мы будем набирать по 5 бисерин черного цвета и проходить по белым лепесткам цветочков наших. Набрали 5 и проходим, так как мы обычно все делали, вниз. Нам нужно спуститься вот в эту бусинку, в нижнюю, белого цветочка.
Снова набираю 5. Снова прохожу в листочек. На самом деле плетение очень-очень интересное такое. Легко делается. Удовольствие плести можно. И последний раз мы делаем по 5 в лепесточек. Вот. И далее мы должны с вами будем набрать не 6 бисеринок, как мы делали, а 12. То есть мы делаем вот здесь увеличение. Первый наш уголок, который будет увеличен. То есть мы набираем черных 12 бисеринок. Набрали 12 бисеринок, спустили их вниз. И далее, точно так же, как мы делали в предыдущих наших элементах, фрагментах, мы проходим нижние бисериночки снизу вверх. Проходим. 3 штучки. То есть одну мы пропускаем, нижнюю, да? И через 3 штучки вот эти мы проходим. Вот так. Иголочкой и затягиваем. Далее мы плетем в обратном направлении вверх, точно так, как мы плели. Набираем по 5 бисеринок и проходим в центральную. Итак, я набрала 5. Далее от вот этой отступаю тоже 5. 1, 2, 3, 4, 5. И в шестую прохожу. То есть вы себя можете проверить, либо наоборот сверху посчитать вниз. Если сверху вниз, то 2 у вас должно быть возле цветочка. То есть проверяйте себя. Внимательны будьте. Вот, то есть вот здесь. Видите, где цветочек? У нас всегда 2 внизу. И ниточку нужно затянуть, чтобы не было таких зазоров. Чтобы нитки не было видно. И далее плетем, как обычно, вверх. Добавляю по 5. Точно так же, как мы плели в предыдущих наших рядах. Набираю 5. Прохожу в центральную бусинку. Снова набираю 5. И снова прохожу в центральную бусинку. И еще раз набираем 5. И проходим в центральную бусинку. Вот образуется такой уголочек. Далее мы будем спускаться вниз, проплетая, снова набирая по 5. То есть я набираю 5 и спускаюсь вниз, в средненькую прохожу. Снова набираю 5. И вот наш последний набор из 5 бисеринок. И будет образован наш первый уголочек, на увеличение который. Вот так. Далее точно так же мы проходим, пропустив одну вот эту бусинку через 3, ну то есть в центральную. Точно так, как мы плели раньше.
Поднимаемся вверх. Ну а далее все как обычно. Мы поднялись. Первый раз поднимаемся. И тут же мы будем делать цветочек сразу. Набираю я 2 черные. Далее я набираю 4 белые. Далее я спускаю набор к основному плетению. Прохожу в обратном направлении первую набранную белую. Затягиваю хорошенько, чтобы образовался цветочек как можно ближе к нашему основному плетению. Далее набираю 2 черные. И прохожу точно так, как мы проходили, вот в центральную предыдущего ряда. И вот наш первый цветочек нашего увеличенного первого элемента фрагмента готов. Далее мы плетем вверх, двигаемся. То есть так же точно, как мы делали, только теперь у нас в ряду будет не 3 цветочка, а 4. То есть мы все время набираем 2 черненькие. Далее набираю 4 белые. Пропускаю бусинки к основному плетению. И прохожу первую набранную белую бусинку снизу вверх. Вот она замкнулась у меня в цветочек. Далее набираю снова 2 черные и прохожу в центральную. Вот у меня уже 2 цветочка стало на место. Вот таким вот образом. Плетение очень-очень интересное. Мне очень нравится сеточка. Получается на вот этой ниточке такая нежная, очень интересная на ощупь. Как будто шелковая, очень приятно держать в руках такое изделие. Попробуйте обязательно сплетите такое для себя, или для своей подруги, или для мамы. Я думаю, они очень-очень обрадуются такому подарку. Сделанному с любовью, со своими руками. Снова последний раз я набираю 2. Черненькие и 4 беленькие. И все то же самое. Прохожу последнюю. Так, 2. И вот что получается. Наш первый ряд, увеличенный треугольник наш первый, готов. Далее мы снова будем увеличивать наше полотно. И далее мы будем делать следующий увеличенный треугольничек. То есть за каждым разом нам надо будет здесь набирать, то есть мы раньше же набирали по 6 бисеринок, теперь мы будем по 12 набирать, отталкиваясь от последнего элемента нашего. То есть каждый раз на 12 у нас будет больше, и уголочек будет, соответственно, расти. Итак, после того, как мы сплели комбинированный цветочек, вот этот, с одним черным лепестком, далее мы плетем 4 черных цветочка на белом фоне. То есть, наоборот, меняем цвет. Все то же самое, но просто меняем фон с черного на белый. И, соответственно, цветочки
с белых на черный цвет. И продолжаем плетение. Так, я набирать буду по 2 для основы, 4 черные для цветочка. Это у нас, напоминает, четвертый фрагмент. И прохожу в первую набранную. Все точно так же. Плетение повторяется. Ничего сложного в плетении нету. Мы будем далее, когда я перейду на полностью белый цвет, я рекомендую сменить темную нить на светлую нить. И сейчас мы это будем с вами делать. Последний раз я добавляю четвертый цветочек черного цвета. И будем менять ниточку. Для чего это нужно? Чтобы белый был белым, а черный был черным. Чтобы на белом фоне не были видны некрасивые темные нитки. Итак, вот что у нас получилось. Вот такой вот четвертый фрагмент. Далее я перехожу на вот такую ниточку белого цвета, титан 100, и продолжаем мы с вами плетение. Мы подошли к самому нашему большому центральному фрагменту и набираем 5 бисерин белого цвета. Будем спускаться вниз. Напоминаю, что мы шагать будем белыми в черное, черными в белое. Итак, спускаемся, набирая по 5 бисеринок вниз. Внизу, и далее мы будем делать на убавление наш уголочек. Как вы видите, с этой стороны цветочка нет, и с этого его не будет, поэтому мы, как обычно, проходим без бисера через 3 уголка, а далее я набираю 5 черных бусинок без цветочка, просто 5 черных бисеринок, и прохожу в центральную предыдущего ряда. Вот что у нас должно получиться. То есть вот этот элемент у нас без цветочков, то есть уголок такой чисто получается. Ну а далее все как обычно. Мы плетем на черном фоне белый цветочек, набираем 2 черные, 4 белые, 1 набранную белую,
И дальше все как обычно. Далее набираю 2 черные. И в этом месте мы набираем 6 бусинок, так как мы делали ранее. Только 6-ю набираем белого цвета, а 5 первых бусин мы набираем черного цвета, чтобы завершить переход от одного цвета к другому. Вот так это выглядит. Так, я опускаю вниз, пропускаю первую. Я продвигаю иглу через 3. Вот так должно получиться. И далее мы набираем, работаем белым бисером. Thank you.
Итак, я закончила плести вторую половину моего колье. И вот наше колье практически готово. Ниточку я не отрезала, так как мне еще предстоит крепление застежки. Вот ниточка у меня. Вот. В качестве застежки я не знаю, вот думаю, что выбрать. Вот такой есть у меня крючок с такой вот петелечкой. Может быть, будет он хорош, не знаю. Либо самый простой такой карабинчик. Я очень люблю использовать такие карабины, поскольку можно прикрепить в любой момент дополнительную удлинительную цепочку, и тогда будет как раз для любого клиента подойдет украшение. Есть еще такая кнопочка. И есть такой тогл интересный. Мне кажется, либо тогл вот этот, либо вот еще такая на магните есть, сердечко такое. Вот я думаю, вот это сердечко будет идеально, скорее всего. Ну, а также нам, как обычно, с вами понадобится два двойных соединительных колечка. Ну, и мы приступаем к креплению застежечки. Итак, закончив работу, несколько раз завяжите узелок, подтянув ниточки, чтобы не было провисания. Узелок обыкновенный, как при шитье, мы делаем здесь несколько раз. Вот за нитку я зацепляюсь между бусинками. Вот так. Далее я набираю 5 бисеринок. 5-6 на ваше усмотрение. То есть здесь белая сторона, я набираю, соответственно, белые бисеринки в количестве 5 штук. Далее я набираю здесь же сразу соединительное колечко. И прохожу иголочкой вот в эту ключевую бусинку. Вот так. Чтобы сформировать кружочек из 5 бисеринок. Вот так получается. И теперь мне остается только лишь пройти несколько раз снова по кругу. Через вот эти 5 бисеринок, которые мы с вами только что набрали для крепления застежки. Чтобы укрепить эту часть, поскольку вы будете снимать, надевать ваши украшения, чтобы здесь не порвалось оно. Я всегда прохожу 3 раза. Если позволяют отверстия в бисеринках, я прохожу 4-5 раз. Я этому уделяю особое внимание, поскольку были случаи, что изделие рвалось именно в этом месте. Поэтому я теперь обращаю особое внимание. Итак, вот я еще раз прошлась и закрепляем. Далее я прохожусь еще по вот этому краю иголочкой, чтобы укрепить и его немножечко, чтобы было прочнее. То есть я по бусинкам, по ходу плетения пропускаю иглу с ниточкой вниз. Сейчас я сделаю поворот, и точно так же я пройдусь вверх, чтобы уж точно ничего нигде не порвалось. Вот таким вот способом мы закончили делать основную часть застежки, петелечку. Далее все как обычно, мы берем соединительное колечко, еще одно одинарное, будем крепить застежку нашу непосредственно к двойному колечку. Снова я вернулась в ту точку, с которой начала, и еще можно пройти, завязав узелок по горловине, по вот этим бусинкам.
Снова здесь можно узелочек завязать. И можно ниточку спрятать где-то здесь в плетение. Некоторые мастера советуют узелок промазать либо ПВА, либо прозрачным лаком. Кому как больше нравится, что в работе. Но я считаю, если хорошо зафиксировать, этого можно даже не делать. Все будет достаточно аккуратно и прочно. Все, ниточку можно обрезать и не бояться, что она куда-то денется. Вот колечко я закрепила. Ну а далее мы берем одинарные соединительные кольца и будем крепить застежку. Итак, мы берем колечко, раскрываем и надеваем на застежку. И тут же надеваем на колечко и закрываем. И вот наша один из наших краев оформлен. Теперь все то же самое мы делаем со второй стороной нашего украшения. И вот мое украшение полностью готово. Я прикрепила застежку. Мне это вот такое сердечко на магните. Очень такое интересное. Достаточно плотно держит изделие. Вот. И осталось пообрезать лишь ниточки. Вам тоже советую, проверьте. Пообрезайте все ниточки, поподпаливайте. Аккуратненько только старайтесь, чтобы не зацепить изделие. Вот. И полностью проверьте, чтобы нигде ничего не торчало у вас. И вот такое изделие у меня получилось. Ну а я с вами прощаюсь на этом. Желаю вам удачи в творчестве. И пусть у вас все получится. Ну, как обычно, если вам понравился мой мастер-класс, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал. И всех целую, обнимаю. Всем пока-пока.